золотой. Стоит чаек на просторе, соревнуются с волной. Скажи, какой художник смог все это сотворить? А это Бог, великий Бог, его хочу хвалить. Стоят, кто набросил им на плечи голубой прозрачный плат. Скажи, какой художник смог все это сотворить? А это Бог, великий Бог, его хочу хвалить. Чайки, солнце, лес. Никогда не позабуду восхвалять Творца Небес. Скажи, какой художник смог все это сотворить? А это Бог, великий Бог, его хочу хвалить. Скажи, какой художник смог все это сотворить? А это Бог, великий Бог, его хочу хвалить. Хотели бы вы что-то изменить, исправить, чтобы что-то получше было, чтобы, может быть, на следующий год пожелание именно не детям, а взрослым? Да, как хотел, лучше? Конечно. Какое? Мне очень хотелось бы, чтобы больше родителей участвовали вместе с детьми. Это пожелание. Давай. Ваша любимая часть сегодняшнего дня лагеря? Моя любимая часть сегодняшнего дня – это когда я увидел, что почти все дети приехали в лагерь. Слава Богу, мы об этом молились. Скажи, пожалуйста, какая у тебя любимая часть за сегодняшний день в лагере? За сегодняшний день мне понравилось больше всего, наверное, делать скворечники с ребятами. Очень интересно видеть, как ребятам нравится делать что-то своими руками. И тоже интересно, когда ты видишь, что у них что-то не получается, пытаешься сам помочь, объяснить, как правильно сделать. И когда это все получается, выходит все вместе очень красиво, очень действительно радостно, когда ребятам это нравится. Хорошо, дальше. Филат, что больше всего тебе нравится в детском лагере? Дети, конечно. Скажи, что тебе больше всего понравилось в детском лагере? Футбол играть. Еще играть в футбол. Играть в футбол. Играть в футбол. Тебе он очень-очень рад. Что такое любовь? Любовь – это… Бог – это любовь. Любовь – это такая штучка. Она греет. Это когда ты готов
ради того, кого ты любишь, отдать все, что у тебя есть. Ты не просто так любишь кого-то, а по-честному. Бог есть любовь. Это Бог. Освещаются сердца. Что тебе больше всего понравилось? Крафты. Крафты делать. Поделки. А тема понравилась? Да. Поделки. Всем нравятся поделки. А что вы делали? Мы делали баночки. Крафты. Поделки, да? Да. Окей. Если хочешь быть счастливым, если хочешь быть здоровым, нужно миру верить новым и прогнать тревоги прочь. Нужно больше удивляться, нужно больше улыбаться, нужно миру дать надежду и с рассветом жизнь начать. Что тебе больше всего понравилось в лагере? В детском лагере, как сказать, в принципе, все, знаешь, чудеса. Много тяжелого, много детей. Конечно, дети в этом году более баловные, но мне понравилось быть просто лидером. Просто темы были сегодня и вчера, и вообще в этом лагере очень такие хорошие, глубокие. Я считаю, так дальше бежать и дальше всегда так делать. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы родители более активно участвовали и помогали тоже во всем. Потому что вместе будем делать, будет легче всем. Андрей, тебе нравится сегодняшний лагерь? Нормально. Нормально пока что. Трудно с детьми. Дети трудно у нас, но справляемся пока что, стараемся. Вам нравится лагерь? Очень! Наступил прощальный час, и этот зимний вечер тает, но Иисус зовет к себе всех нас, и с ним надежда встречи оживает.